Перекресток проспекта Победы и проезда Швейников – один из самых аварийно опасных в нашем городе. Чтобы предотвратить частые столкновения машин и ДТП с пешеходами, была нанесена зебра, установлены знаки с желтым мигающим сигналом, но аварии здесь по-прежнему остаются частым явлением. Решить проблему, считают в ГИБДД, поможет установка светофоров. С таким предложением инспекция обратилась к депутатам Тверской городской думы. Мы будем совместно с администрацией и депутатами разрабатывать схему организации дорожного движения такую, чтобы она была безопасная прежде всего, ну и чтобы пропускная способность проспекта Победы от этого не пострадала. Дополнительные светофоры действительно могут спровоцировать заторы. Депутаты это понимают, но с другой стороны соглашаются с ГИБДД в том, что движение по этому участку дороги необходимо сделать более безопасным. В ходе обсуждения проблемы удалось найти компромиссное решение. Сюда светофор мы будем ставить. Договорились таким образом, что он в любом случае будет работать, знаете, как в таком, ну не в тестовом режиме, но в видоизменяемом режиме. Будут в рабочем режиме регулировать прохождение транспорта и время работы светофора, там, красных сигналов. А вот с предложением ГИБДД установить очередное сигнальное устройство на Московском шоссе депутаты не согласились. Светофоров здесь и так много, еще один станет причиной пробок. По мнению народных избранников, средства лучше направить на урегулирование съезда с Южного моста. Осенью прошлого года здесь появилось сигнальное устройство, которое решило проблему ДТП. После его установки на этом участке не была зарегистрирована ни одна авария. Зато теперь на спуске с моста почти всегда пробка. Избавиться от нее только с помощью еще одного светофора не удастся. Здесь транспортную проблему можно решить комплексным методом путем разработки соответствующей схемы организации дорожного движения. Предлагается задействовать для движения также и прилегающие соседние улицы. Разработать схему движения планируется в июле, а вот вопрос установки светофора на проспекте Победы депутаты обсудят на профильном комитете уже на одном из ближайших заседаний. Примерно там 1 800 000 на один светофорный объект. Я думаю, что как бы это относительно небольшие деньги для бюджета, которые мы можем позволить. Но это безопасность в первую очередь. В ближайшее время в Твери будет установлено еще 10 светофоров. До конца июля некоторые из них замигают красным и зеленым светом на пересечении улиц Новоторжская и Трехсвятская. В августе дополнительными сигнальными устройствами планируется оборудовать площадь Копошвара. Таким образом, перекрестки станут более безопасными и удобными как для пешеходов, так и для автомобилистов. Светлана Маркина, Илья Чечин, РЕН-ТВ «Пилот».